дошли до Сони на шоу в школе. Сейчас посмотрим, что он будет. Все только начинается, все. Сейчас мы где-то сядем тут, если ничего не занято. Шоу будет какое-то идти. Они там вроде бы танцевать должны или что-то. Сейчас они на учительнице классно. Сейчас они посмотрим, что они там будут. Или петь, или танцевать. Смотри. Я буду знать. Это болеет. The Nutcracker Project is a five-session in-school residency. Over the course of the residency, the children are involved in the activities that go to make up about. Poetry, visual art, movement. Балерина, что Соня говорила, очень, это очень известная балерина, преподавала уроки балета. Это учительница балета. All these wonderful words into their bodies, and they learn how to put movement into their bodies. They dance, the smiles on their faces in all of their classes. They love it. They need to move. Kids need to be moving because we do have them sitting and moving around when when they need to be focused. But putting these words into their bodies really does teach them vocabulary, meanings of words, and then watching them doing. Friends, everything you are going to see today was completely created by them. Miss Mary orchestrated, kept them, you know, organized, but every movement came from their own mind and creativity. Also, they created these poems together with Miss Mary, and we are going to have our students, one from each class, share the poem that they created. Slips by smash, shouts of precious petrol, gliding in the flash, love's left and loyal, may melting nose in crunchy sweet, spices keeping colorful feet. Все, похлопай, все, похлопай. Браво, кричи. Все-таки они снежинки больше будут. Thank you.
балет танцевать. Шо, а, что они учили, наверное, да, на балет? Степ, тебе нравится? Выступает он, смотри. Будешь кричать браво, что? Соня идет. Дядя.
Пойдем. Смотри, сейчас Соня. Иди, он нужно забрать, он расписаться надо пойти. Не хочется забрать. Сейчас пойдем, папа распишется, и мы Соню заберем домой. Степа на сцене, да, Степа? Тебе нравится? А где Соня? Соня, а ну зайди к нему на сцену. Зайди к нему на сцену. Соня зашла. Пойдем посмотри спортзал какой. Иди, Сонечка, наверх, а я пойду посмотрю спортзал.
Иди, иди наверх. Иди, пускай наверх. Просто глянуть в спортзал. Сейчас учи. Так вот у них коридор. Сейчас у нее пойдет заберут портфель, все наверх. А у них столовая. А дом его. Соня пошла за рюкзаком, да? Соня за рюкзаком пошла? Сейчас будем смотреть. Так, смотрим. Открываем там, где овощи. У нас появился новый фрукт. Мы только так с ним смеялись. Подожди, а что ты не показываешь? Где помидор? Покажи мне. Сено. Подожди, мам, откроет сейчас. Трактор, правильно. А как трактор делать? Па-па-па-па-па-па. Да он так из выхлопной трубы так. Па-па-па-па-па. Да? Едем, 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 да. И везем пода. Нос, потому что очень длинный. Покажи, где помидор. Пидор. Пидор? Да, да. Помидор. Да, да. Да, там есть. А ну покажи, где у нас картошка. Где картоха? Помидор. Помидор, да, помидор. Помидор. Ой, сейчас кто-то грохнется, я чувствую. Помидор вот этот ходячий. Помидор. Степа, а вот это что? Стёп! Ну не кусай. Стёп, вот это что? Вот это, смотри. Мама показывает, что это. Помидор, да. Степа, а ну посмотри. А вот это что? Лапа. Еще раз хорошо скажи. Лапа. Не, нормально скажи. Лопата. Лапа. Нет. Только что же говорил хорошо. А вот это рядышком что? Рядышком что это? Вот это вот. Пальчиком покажу. Что это? Вилы. Вилы, правильно. А вот это? Лапа. Лопата, правильно. Лапа. Лопата. А вот это кто? Степа, смотри, не кусай. Вот это кто? Зая. Зая. А вот это? Зая. Кто это? Иа. Иа, ослик. Скажи, не кусайся, Степа. Скажи, ослик. Это же ошибник. Зубы лезут, так ты тебя всех готов закусать. Ты сейчас мне туда вылетишь. На ту сторону. На выход. На выход. Поцелуй, маму. Поцелуй. Поцелуй. Нельзя биться. Нельзя биться. Степа. Да. Нельзя биться. Да. Да, нельзя биться. Надо что, поцеловать? Целуй. Я тебя люблю. Степа, ну посчитай на пальчиках. Сколько у тебя пальцев? Да. Не, давай. Один. Да. Потом. После два как уйдет? Ой, господи. Один. Да. Потом три. Четыре. Правильно, четыре. А после четыре? Да. Пять, правильно. Все, молодец, посчитал. Все посчитал пальчики. Все знаешь пальчики, да? Один. Не хочет. Вот ты же. Степа, а ну позови Соню. Где Соня? Где Соня? Степа. Степа, где Соня? Рука. А нельзя камеру трогать. Где Соня? Покажи, где Соня. Скажи, где Соня? В школе? Не знаю. Я уже забрал ее со школы. А где Зая? А ну покажи, где зайчик. Ой, маме надо слазить. Ты же ты выталкиваешь. Трактор. Трактор. А ну давай тут посмотрим, что. А вот это кто? Вот это кто? Индюк. Да? А вот это кто? Кто? Кукарику. Кукарику, правильно. Степа, а вот здесь кто?
Вот это я тебе покажу, где. Сейчас. Перевернет. Во! Кто это? Язычок вытянул, да? А где у Стёпы язычок? А где волосики у Стёпы? На голове, да. А ушки? Ушки. Вот ушки. А носик? Пып, пып. А зубы? Зубы где? Вот там!